Всем доброго времени суток, вы на канале Hard Reset Info, это телефон Redmi 9A, и сейчас вам покажу, как на данном устройстве вы можете включить раздачу Wi-Fi. Для того, чтобы это сделать, заходите в настройки, после этого переходите в опции подключения и общего доступа, включаете опцию точку доступа Wi-Fi и просто передвигаете рычажок вправо. После этого вы также можете настроить свою точку доступа так, как вам хочется, например, назовем ее Hotspot Redmi 9. Можно поставить пароль. Можно настроить опцию защиты. К сожалению, тут есть только одна опция. И диапазон тоже выбрать нельзя. Ну и, собственно, на этом все. Чтобы выключить опцию, передвигаем рычажок влево. И спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до скорых встреч. Пока.